Крупный пожар в областной детской больнице тушили этой ночью в Твери. Разбор завалов идет до сих пор. Трехэтажное здание старой постройки загорелось около полуночи. На момент ЧП там находились порядка 80 детей. Чтобы проникнуть в помещение, спасатели использовали подъемные лестницы. Причина возгорания устанавливается. По одной из версий, очаг находился в кабинете на третьем этаже. По другой, сначала вспыхнул чердак. В итоге огонь охватил кровлю и перекинулся на второй этаж. Крыша рухнула. Пожару был присвоен четвертый уровень сложности. На место ЧП прибыл губернатор. Уже установлено, что в здании сработала пожарная сигнализация. Однако, как рассказывают очевидцы, запах гари они почувствовали задолго до того, как стал заметен открытый огонь. Мы видели просто, как три мальчика залезают через сетку наверх. А потом мы опять пошли обратно. Ну, чувствовали запах гари, мы подходили к охраннику. Охранник нам не верил, первый раз не поверил. В итоге так три раза, потом мы уже ушли. Все находившиеся в больнице пациенты и сотрудники были эвакуированы. Никто не пострадал. Пациентов разместили в новом корпусе. Огонь уничтожил оборудование, а также пищеблок. Здание обещают восстановить.